Всем большой привет! Это канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю торт родом из детства. Его готовила нам наша мама. Я думаю, что и вам ваши мамы тоже готовили именно такой торт. Может быть, вы о нем забыли, и я хочу вам напомнить об этом счастливом детстве. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого торта мне понадобится 1 стакан песка, 0,5 стакана сгущенного молока, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 2 стакана муки, чайная ложка соды, ее я буду гасить уксусом, и пакетик ванильного сахара. Крем я буду делать классический к нему, масло со сгущенкой. Масло и сгущенку необходимо вынуть заранее, чтобы они были комнатной температуры, чтобы крем потом не расслоился. Яйца взобью с сахаром и ванильным сахаром до пышной белой пены. Взбивать буду примерно 10-12 минут. Теперь добавлю сметану. Коротко перемешаю. Добавлю сгущенное молоко. И все опять коротко перемешаю. Высыплю всю муку и все смешаю миксером на малых оборотах. Соду погасить столовой ложкой уксуса, сразу вылить в тесто и коротко перемешать миксером. Дно формы застелил пергаментом. Вылью 1/2 часть теста, ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку 180 градусов до полной готовности. Деревянная шпажка должна выходить полностью сухой. Освободила бисквит от бумаги, вот такой вот он интересный, пористый. Он очень вкусно пахнет и действительно пахнет детством. Моим, по крайней мере, точно. Для крема мягкое сливочное масло взобью в пышную белую массу. Теперь понемногу буду добавлять сгущенное молоко и взбивать. Добавлю ванильный сахар и все еще раз хорошо взобью. Воздушный масляный крем со сгущенкой готов. Осталось собрать наш торт. Первый корж выложила на красивую тарелку. Смажу кремом. Его ничем пропитывать не надо. Сам по себе бисквит очень сочный и не требует пропитки. Сверху выкладываю второй корж. И все хорошо смазываю кремом. В классическом варианте этот торт мы посыпали натертым шоколадом. Что я сейчас и сделаю. Восхитительный, замечательный торт получается по этому рецепту. У него действительно самый вкусный вкус – это детство. Попробуйте, приготовьте, порадуйте себя и близких. Этот торт стоит того, чтобы его приготовили. Он очень нежный, мягкий, пористый, воздушный, в меру сладкий, и его хватает на большую компанию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь, всем до скорых встреч, всех благодарю за просмотр этого видео, всем пока-пока!